Всем привет! В прошлом видео я рассказывал вам про новую панорамную камеру Insta360 One X. Так вот, где же ее купить? В прошлом видео я там рекомендовал магазин GearBest, но я нашел сейчас еще более выгодную цену. Цена на официальном сайте составляет 528 евро. Это где-то 39 тысяч рублей. Значит, под этим видео и под тем видео я, значит, опубликовал ссылочки. Значит, у нас за 26 тысяч рублей. Продавцов я всех проверил. Вот, 26 тысяч рублей. 27 это с картой памяти. Ну, карта памяти маленькая, 32 гигабайта для этой флешки. Поэтому вот без карты памяти покупайте. Карту памяти либо я вам тоже ссылочку найду. Либо покупайте в магазине самую скоростную, там SanDisk какую-нибудь, потому что... где-то на 128 гигабайт набрать. Так, ладно. Значит, тут можно с палкой сразу взять. Получится 27 тысяч. 28 с карты памяти. В общем, ссылочка под видео. Так, следующее у нас, значит, это у нас в магазине GearBest. Я уже показывал. Значит, тут у нас она чуть-чуть подороже. Так. Следующая у нас ссылка. Ручка вращения есть. И селфи-палка также на гербесте она. 2300, но она уже с ручкой вращения. Есть отдельно, не путайте. Отдельно я нашел вам вот ручку. Уже на Алиэкспрессе. Отдельно ручка, 1300 рублей. А сюда любую селфи-палку можно прикрутить. Значит, и подводный бокс. Подводный бокс 6700, 6007, бесплатная доставка с Китая. Так, нет, доставка не бесплатная, 151 рубль. Ну, итого получится на вас 6150 рублей. Цены в России самое интересное, смотрите, на 32 тысячи рублей это экшн-камера Insta360 One. Это новая камера. Вот, и у вас все получается, если вы покупаете вот через AliExpress, через GearBest. У вас все вместе получается дешевле, чем купить просто камеру One. А вы One X купите с аксессуарами, вот с этими. Все аксессуары я оставлю ссылочки под видео. Всем удачи, удачных покупок.